142 мили до Индианаполиса. О, машина едет быстрее, кстати, да? Вы наткнулись на зомби. Он оставил, видимо, след на капоте машины. И скотина сколько отнял здоровья, вот, по-моему, вот столько. Я не знаю, вы видите, я надеюсь, вы видите мышку, а то совсем уж как-то странно будет смотреться, если вы не будете видеть мышку. Я вам что-то сейчас показываю, говорю, а вы этого не видите. На какую-то воду... Единственная вода, на которую вы наткнулись, была бла-бла-бла. Вот из чего? Неважно, видимо, мы ее выпили, и что-то произошло. Главное, никто ничем не заболел. Ага, здесь есть автошоп. Это что такое? Горячие волны не приносят димага. Что? Это что за дерьмо сейчас было? Зомби активность смертельная. Не, я не пойду, ребят. Поговорим с незнакомцем. Ты не сможешь никуда уйти без топлива или частей машины. Лучше попытаться и осмотреться где-нибудь, чтобы выторговать что-то до того, как тебе это понадобится. Бла-бла-бла, мне насрать. Если ты остановишься отдохнуть, то ты сможешь преодолеть любую болезнь. О, господи, хватит. Мне абсолютно насрать. На то, что ты говоришь. Допустим, потретиться попробуем. Мне предлагают одну шину за 2 единицы топлива. Окей, я возьму. 19 их еды на одну единицу топлива. Ты что, упорол, что ли? Нет. Это слишком какой-то тупой обмен. Один глушитель на 4 единицы твоего топлива. Окей. Теперь у меня есть и то, и то. А сколько здесь стоит, кстати? Топливо. 12 единиц. То есть, по сути, я выгодную сделку, да, провел? Да. Машинку надо починить. Допустим, 6 единиц скрепа деталей заюзаем. Нужно. Давай! Ну сейчас должно точно починиться. Если сейчас не починится, я выйду из этой игры навсегда и больше никогда не вернусь. Быстрее! Наконец-то. Дерьмо у вас, механики. Или это я сам чиню? А, нет, наверное, за механик, за то, чтобы механик поработал на твоей машине, надо платить. Работы. Суицидные, нет. Нужно защитить человека, нормальная сложность. Вот это я сделаю. 14 единиц патронов. Я потрачу больше сейчас, смотрите. Вау, зачем я на это согласился? Ладно, потренируюсь хотя бы. Господи. Не, нормальная сложность, это еще терпимо. Ползунки быстрее, кстати, ползут. Идут, приближаются к тебе. Да, я больше патронов потратил, обалдеть. Вау, какие потрясающие работы мне дают. Это как, знаете, вложиться в бизнес, а заработать меньше. Или, как я не знаю, купить резиновую женщину, а потратить на нее денег больше, чем на настоящую. 14 патронов, потрясающе, я просрал штук 30, пока я сражался. Или столько же, 14, ну больше, чем 14 точно. Так, работы нахер. В смысле, не нужны мне. Бла-бла-бла, что здесь мне предложат? Ну, здесь мне ничего не предложили. Потрясающе. Апгрейд. Так, что? Чего у меня нету? У меня нету аккумулятора. Поэтому я возьму аккумулятор. Да. Один. Спасибо. Так, хочется сказать, отдохнуть 2 часика и поехать отсюда. Или посмотреть еще, можно ли здесь кого-нибудь найти или что-нибудь найти. Что-то они как-то себя не проявляют. Что-то они какие-то пассивные все. Пассивные, особенно Виспа. Виспа по-любому выживет один. Смертельная активность, так что насрать, уезжаем отсюда.
212 миль до некой фермы. Вор украл... Отлично! Вор украл один аккумулятор! Ты чё, козёл, делаешь, а? Я только его купил! Он украл! Что за козёл? Это по-любому енот был из-за того, чтобы его не взяли. Артём держал карту вверх ногами. Мы потеряли целый час. Знаете, почему-то не удивлен, Артём. Твою мать! Твою мать! Вот всегда он говорит не туда, куда нужно идти! Какого хера? Теперь еще и карта вверх ногами! Господи! Ах. Едь давай! Сломанные машины блокируют дорогу. Навигация через... Значит, проезд через обломки занял у вас целый час. Начинается сильный дождь, вам приходится вести машину более медленно. Отлично! Бандит украл эту машину из моего... Ну потрясающе просто! Это просто охерительно! Бандит украл! Аккумулятор украли! Шину украли! Охереть, я в жопе! Небо стало чистым. Потрясающе! Фармленд. Ну, я не знаю, как это перевести. Наверное, скорее всего, фермер. Или страна фермеров. Я могу нести больше 100... На 100 единиц... На 100 унций еды больше после того, как я обыщу все. Кто-нибудь хочет поторговать? Никто. Работы. Опасно. Чего? Что-то упало с зада моей машины, пока я ехал в город. Можешь ли это найти для меня? 64 единицы еды. Не, пошел ты в задницу, понял? У меня еды просто до жопы. О, а вот пробегусь-ка я узнаю, есть ли здесь что-нибудь. Да, здесь есть стопудово что-нибудь. И активность зомби низкая. Знаете, здесь намного удобнее управлять, потому что ты можешь встать, куда тебе нужно. Чё это я собираю? Это банки пива? У нас нет пьяниц! Мы против пьяниц? Ох ты, это бабло! Бабло! Мать твою! Похоже, или музыка стала громче звучать, или я сделал звук громче в наушниках. И это немножко пугает. 40 унций еды я забрал, $50. $50! Еще раз пройдемся, если зомби активность низкая. Та-та-ра-та-ра. Да что ж такое? Я не мог повернуться так. У меня что со здоровьем? Со здоровьем все окей. Ну не все, точнее окей. Теперь я не мог прицелиться. Это было бы просто потрясающе. Это так напряженно. Серьезно, это интереснее любого Call of Duty. Из зомби-режима в Call of Duty. Он так вышел из-за экрана, как будто плыл. Ну отлично. Два толстых зомби одновременно. Три толстых зомби одновременно. Этот зомби идет в задницу, мне жалко патрон на него. Ну блин, ну там же было еще и еда. Еда была. Опять зомби активность низкая, так я еще раз скажу. Че оставлять-то припасы просто так? Ой, еще закуплюсь. По-моему, это еще раз 50 баксов. Дали. Ха-ха! А это большая упаковка еды. И быстрее от края экрана надо доходить. Нет, засывать, козлы! Это, наверное, топливо, там была буквочка F. Я убегу! Я убежал. 50, это была все-таки еда, 115 унций еды. Вау, я сейчас просто едой разживусь, нереально. Зато топлива нету почти. Еще раз, что ли, сходить? Ну хорошо, я схожу. Господи, я сейчас так разживусь.
толстячок. Ты жирный, 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 как поезд пассажирный. Я надеюсь, зомби не обидится. Сейчас зомби сидит, смотрит. Вау, вот это хороший респаун был. Хороший респаун, в смысле... упаковки с едой. А вот если вы видите мышку, то увидите, что я делаю, когда я пытаюсь стрелять. Мне приходится назад ее отводить. А, пуля не долетела быстро. 215 унций еды, охереть. Все, смотри, все, хватит. Это так потрясающе, я знаю. Я думаю, мне что-то надо продать. Где у меня мани? А, 178 мани. Никто не хочет с нами поторговаться, нет? Купить-то можно что-нибудь? Это продать. Патроны только, которых мне и так до хрена. Отдохнем и поедем. О, еды просто капец. 1000 унций еды. Даже, ну представьте, это, я же не знаю, сколько это унций, но... это все равно много. Все, поехали отсюда. А, банда байкеров пытается... высадила вас до поселения. Используйте бла-бла-бла-бла-бла. Бандит попытается... попороняться с вами и выселить. Врезайтесь в них, избивайте их с байков. Это потрясающе. Это просто отлично. Да, детка! Да, мочи байкеров! Мочи байкеров! А почему они зеленые? Почему байкеры как Халки? Почему здесь все как Халки? Это страна Халков. Ну тогда я не удивлен, что здесь зомби. Везде. Вау, а моему грузовичку ничего не делается, да, от таких ударов. Бедные байкеры. Это все байкеры страны, по-моему. А я не могу двигаться вперед и назад. Хоть игра и говорит, что можно это сделать, но я не могу этого сделать. Я пытался. У меня не получалось. Назад, вперед нельзя ехать. Я выжил в атаке. Ну, естественно, ведь это же я. 160 миль до Чикаго, и мне надо было подлечиться. О, сколько они отняли мне здоровья. Вы нашли 58 единиц еды в заброшенной машине, и почему-то здоровье отнялось у вагончика. Я буду назвать его вагончик. Бла-бла-бла, сильный туман. Мы все это знаем, поехали дальше. Зачем здесь пауза? А, это просто меню. Окей. Можете заселить их в веб-сайт, там был адрес. Алло? Я думал, что за херня. Можно еще и статистику посмотреть. Небо очистилось. Чикаго. И мы ночью пришли, наверное... Да, зомби-активность высокая, смертельная, так что я не пойду туда. Так, мне нужны аптечки, срочно. Нет, подождите, не сначала мне нужно взять... поторговаться с кем-нибудь, может быть, кто-то хочет поторговаться. 14 долларов за 3 единицы... Пошел ты в зад, понял? 18 их патронов за 2 моих... Нет. Топливо я тебе не отдам. Окей. Дальше что тут? Потрейдиться. А, я уже только что потрейдился. Че это тупо так? Купить. Нет, сначала надо купить в автошопе. Все, что нужно. А что мне не хватает? Аккумулятор и шины. Не сюда опять. А ничего нету, что ли? Это более крутой движок. Нахер мне не сдался. А почему ничего нету, если написано, что есть? Эй! Почему? Тут же написано то, что есть. И цена написана, и у меня деньги есть. Окей. Будь по-вашему. Купим... 4 аптечки, допустим. Хотя, подождите, может быть, здесь какие-нибудь есть работы? 123 единицы еды, суицидная опасность. Нет. Мне ни то не нужно, не нужно. Так ведь? Да, ни доллары, ни еда. Особенно в суицидной миссии. Я думаю, надо продать еды. Много-много.
За 10 унций еды, ага, окей. Сколько можно продать? Ну, допустим, 30 унций. Окей. Теперь нужно купить аптечки, допустим, 5 штук. И подлечить меня. Меня любимого! Я единственный здесь нормальный человек! Поговори с незнакомцем. Музон классный. Бла-бла-бла, всячки истории о том, как кого-то убивали. А, починить надо, да. А, у меня скрепа нету. Сколько стоит починка? 20 единиц. А сколько стоит купить скреп? В смысле, детали? Так... Мне проще будет просто починить машину. Да? Окей. А, я не починил, что ли? Упс. Все. И отдохнем. Сколько часика хватит. Все, можно уходить. 196 миль до удаленного чего-то там. Снека? До удаленного печеньки. Окей, мы едем в печеньку, ребят! Снэк, шек, что там было написано? Ну, видимо, убежище какое-то. Что там за жопа опять? Чего? Игра еще так тебя пугает, такой survival horror. Что-то ты увидел на дороге. Хочешь ты выбраться и посмотреться? Ну ладно, окей. Ты нашел какую-то... Что? Душ? Кто должен принять душ? Виспа от него воняет. Виспа чувствует себя освеженным. Это все, чтобы восстановить здоровье, окей. А то виспа вонял, как обычно. Вау. Здесь даже есть град, близзард или снежный шторм. Здоровье он отнял, и приходится ехать более безопасно. Короче говоря, едем медленнее, попадаем в большое количество неприятностей. Бла-бла-бла, какую-то воду я выпил, и, видимо, все отравились. Потому что здоровье всех отнялось. Какого хрена? Небо очистилось. Быстрее! Едь быстрее! А, это, видимо, избушка какая-то. Отлично. У меня уничтожилось... Уничтожился аккумулятор, видели? Это был скрин из этого, из Evil Dead, из Зловещих Мертвецов. Ну, точнее, пародия на него. Так, может, кто-то хочет обменяться? 3 единицы моего топлива на 1 их батарейку. Окей. Ого, это вообще крутой обмен. 19 моих патронов на 1 шину. Теперь мне нужно топливо. Которого здесь нет! Ха-ха! А, бандиты. Окей. Сложность нормальная. Что здесь делать? Я уязвим, когда я нахожусь вне укрытия. What the fuck? Понял. Нужно прицелиться, пока они меня не стреляют, а потом отпустить. Ау. Зоркинг на тебе отъесть. Окей, осталось двое. Господи, музон просто супер эпичный. Учись Call of Duty! Он сдохнет? Нет, надо еще прицелиться вот так вот. Минус один. Остался только один. И не будет Илюшенька Маклауд. Ну, она же рядом с ним пролетела. Я выжил во время атаки, окей. Теперь у меня есть один глушитель. И мне нужна все-таки батарейка все равно. А, здесь нет автошопа. Потрясающе.
Что за... зомби-активность высокая. Я попробую подождать, допустим, отдохнуть. 3 часика, может быть, рассосется зомби-активность. Виспа, говню, как обычно. Лучше всех. Средняя. Ну, вот теперь можно пойти и осмотреться. Может быть, я смогу найти топливо. Может быть, здесь есть оно. Это, видимо, скрэп. Детали, хотя это больше похоже на скотч. Да, я машину чиню скотчем, ребят. Сдохни, зеленая тварь! Плючая тварь! Сколько можно вас всех убивать? Сдохните, козлы! Сдохните! Вонючие зеленые твари! Сдохните, твари! Сдохните! Ну, быстрее! Я уже не могу здесь находиться! $50 и 200 унций еды. Топливо скоро будет на исходе. Еще раз можно обойти все. Зомби-активность низкая. Ну, я сейчас просто затарюсь. Ну, затарюсь! Сейчас не хотел прицеливаться персонаж, это тоже потрясающе. Самое главное, знаете, на краях стоят различные припасы, и никто никогда из зомби не выбегает, чтобы меня уничтожить. Что это? Это, видимо, тоже деньги. Чей-то кошелек. А вот сейчас мог и схватить. Маленький засранец. Маленький зеленый халчик. Халчок. Халчонок. Интересно, что будет, если у Халка и Вандермуна будут дети? 200 унций еды и $20. О, господи, я продолжу это делать? Мани! Мани, 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 мани! Но мне срочно нужно топливо. Может быть, я топливо смогу найти? Кому-то пришла жопа! Я только что ему прострелил колено. Раньше я был зомби, потом мне прострелили колено. Да. Вот так тебе, жирная тварь. Ну же! Ну же, наступай! Укуси меня! Ну же! Почему я выгляжу как обычная деревенщина? Я не такой. И что это на мне, кепка или что это на мне? 265 унций еды, но ты смог унести только 250, даже нашел $50. Давайте последний разок. Все, последний разок и поедем отсюда. Еда, сколько еды, обалдеть. Еще рандомные местности, вау, даже Call of Duty этого нету, потрясающе. Я сейчас на полном серьезе, мне в это интереснее играть, чем в Call of Duty. По крайней мере, здесь прицелиться сложно. И зомби умные. И хотя бы тебе что-то нужно делать во время игры в зомби-режим, а не просто бегать как кретин и пытаться вышить до определенной волны. Да, именно как кретин. Но я не мог прицелиться. 150 унций еды. И надо себя подлечить. По сути, все аптечки только для меня. Алло. А где мы? Эй! Что происходит? Где мы? Мы здесь до сих пор? What? А. Что? Почему раньше он не рисовал? Окей. Это было странно. Апгрейдов на машине нет. Ну, допустим, у меня много денег. Что я могу взять? Ничего. Того, что мне нужно. Уходим отсюда. Где это город? 280 миль до Сент-Луиса. Сент-Луиса иду. Артём был подстрелен шальной пулей. Артём, что ты делал с пулями? У рейнджера холера. Ааа, выйди отсюда, больной козел! Ааа, сейчас всех заразишь! А что-то интересное находится неподалеку на дороге. Хочешь ты выйти посмотреть? Нет! Нет! Мне не нужен на Half-Life 3. Если даже там Гейб Ньюэлл стоит и пытается промоутить свою игру, нет. Бензин выпал из машины и разлился. Что?
У меня три единицы, точнее, три бака топлива осталось. Мне срочно нужно топливо. Сент-Луис. Это, видимо, тоже пародия на что-то, но я не знаю на что. Автошоп. Мне нужно топливо срочно. Хотя я могу затрейдиться. 14 моих долларов на один глушитель, да естественно. Ну, это глупый обмен. 27 долларов на один мой глушитель. Пфф, странно. Работы. 8 долларов? Ща. Блин, высокая. Высокий уровень зомби. Окей, неважно. Нет, ладно. Я не буду никого убивать. Че, дебил, что ли? Купить топливо. Может, 6 единиц. Да, давайте 6 купим. И, допустим, продадим еду. Посмотрите, сколько у меня еды. Мать твою, надо продать штук 500, а может 600? Кнопочка. Хорошо, что у меня есть тройное нажатие кнопочки левой кнопки мыши. Специальная кнопка на мыши. H4 тег. Спасибо тебе за эту кнопочку. 60 баксов. Окей, сейчас я в шоколаде. Патроны есть, аптечки есть. Даже скрэп есть. Скрэп, крэп. Может, он мне что-то... Нет, здесь меня ничего не научат. Машина. Ну, попробуем починить ее, допустим. Допустим, 5 единиц. Скрэпа. Деталей потратим. Ну же, давай! Suck my balls! Suck my big salty balls! Ну, может, не big. Может быть, не salty. Может быть, у меня их вообще нет. А раньше больше нет холеры. Вау! Как легко нынче лечить холеру. Просто подождать время. Подождать несколько часов. Окей, отдохнем. Я думаю, всем нужно отдохнуть часа 4. Ой, как хорошо! И вы можете отдохнуть тоже от этого потрясающего действия, от которого сводит скулы, от которого так хочется сесть на краешек кресла и не смотреть больше ничего. Нет, какой-то Breaking Bad, какой там Декстер. Вот! Вот будущее! Вот будущее всех остросюжетных крутых фильмов. Артём поедет без полного здоровья. Сам виноват. Под пулю он подставился. И я думаю, мне нужно купить один аккумулятор. Естественно, которого нету. Уходим отсюда, из этого сраного городишки.